Глеб, изобрази давление нормально, что ты упираешься, что ты отталкиваешься. Повернитесь ко мне захватом тогда, а что ли? Вы снимаете, что ли? Конечно. Вот что там по телеку покажешь. Да, давай по телеку. Я приближу, я не надо мне так близко. Отвалите, блядь. Давай нормально, блядь. Много давления, вот там. Я не создал. Я как можно не сюда. Рука сюда. Бля, он как так. Спину сломать надо, спину ломай. Ломаешь спину. Так, ну это Алексеевич уже показывал. Что надо? Руку сбрасываешь и ногу забираешь для того, чтобы ее захватить. Ты сегодня решил вообще секреты не показывать, да? Секреты вообще решил не показывать. А в стойке? Стойки? Нету ничего больше? Практически. Один бой. Есть? Я же. Ну, что там? Как собираете? Че, у меня не постоянно снимать, я хоть попробовал в итоге. Давай, понял. И так, и так будут все. Это все. Плохие захваты. Которые плохие? Показал растяжку, встаешь, переход на обратный пояс. Ну еще раз сделай тогда, еще лучше. Кто-то мне даже понравился больше, как отрепетировал. Я еще заново про руку. Ее подмышку покажи. Глеб, иди ляг, красиво. Которая подмышку идет. Ты на какую сторону делаешь? Че вот от меня не убьешь? Скомбинируй туда-сюда. А руку достаешь как? Ты так вот издалека достаешь или есть? Покажи, куда ты его дергиваешь. Плотнее, да. Во, во. Вот теперь я. Держись. И руку не должны отпускать. Если защищать в ту сторону. Брать ногу, да? Ну я понимаю, когда да, когда если в ту сторону. Прунс этот прием сделал всем. Прунс пока по молодежи боролся, этот прием всем делал. В партере ничего не делал, кроме него.